Итак, ладно. Продолжаем. Ну что ж, по сюжету нам нужно вернуться как можно быстрее в гильдию и разобраться с нашими проблемами. С обществом. Или... Я уж подумал, что-то случилось. Эстель? Эстель, Агат, вы закончили? Довольно быстро, не так ли? Разве я не говорила вам? Нам нужно просто сдать отчет. Вы могли бы подождать у гильдии? Как грубо. Рен просто хотела быть с тобою, Эстель. Тита, ну, скажи ей что-нибудь. А что я? Ну, я хочу оставаться с Эстель все время, но... Ей нужно работать, поэтому я не хочу быть слишком эгоистичной. А, хорошо, но... Ну, в таком случае мне придется... Самой сбежать с Эстель? И ты не сможешь играть, Тита. Рэнтян, ты такая злюка. Ну тихо, тихо, вы двое, не ссорьтесь. Тита, ты здесь у нас самая старшая девочка, так что... Закрой глаза на это, ладно? Да, но... Вы двое вдруг стали очень близки. Сестренка, а я не раздражаю, да? Господи, милая, как будто я могу тебя разлюбить. О боже. Хоре-хоре, ну как тебе такое, Тита? Если ты продолжишь делать такое грустное лицо, такое грустное печальное лицо, мне придется просто обнять тебя очень крепко. Ну боже, перестань, сестренка. Эй, Тита, жалкие объятия, это читерство. Ну да ради всего святого. Я больше не буду даже пытаться поддерживать эту тему. Ладно, дети, если закончили, как насчет того, чтобы вернуться в гильдию? А, да, точно. А что-то случилось? Да. Некоторые старые головорезы разведки появились в Боус. Это ужасно. Да, но мы еще... Не разобрались в деталях до конца. Элнан, возможно, расскажет нам больше. Ну тогда нам действительно нужно поспешить. Это нечестно, ребят. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите.
Прости, Рен. По сути, возникли серьезные дела, так что нам нужно вернуться в гильдию. О, это было легко. Жаль. Было бы забавно поиграть в прятки со всеми этими солдатами. Мы могли бы использовать весь лес в качестве укрытия. Это было бы весело, правда? Ничего себе динамика. Это действительно могло бы быть весело. Давайте не будем этого делать. И скажем, что мы уже все сделали. Ладно, ребят, готовы идти? Так, где выход? Ладно. Да уж, Астер. Знаешь, вот после того, как ты сказал, что она похожа на банку сгущенки, я тоже теперь ее такой вижу. О, разве это не... Салар, ну вот. Что все это значит? Ты намеренно очерняешь меня! Дунана фон Ауслес, законного наследника престола. Нет, ваша светлость, вовсе нет. На самом деле, сегодня утром мы привели в действие план по уничтожению всех монстров по дороге в Гренсвилл. Вы будете в полной безопасности. С сопровождением. Да не в этом суть. Мой почетный караул состоит всего лишь из трех человек. Это совершенно неприемлемо для человека моего... статуса и важности. Я требую, по крайней мере, полную эскадрилью. 10 мужчин, вперед! Да, но ваша светлость... Ваша светлость, пожалуйста, не требуйте от них так много. Ее королевское высочество наконец-то разрешило нам вернуться. Пожалуйста, мы должны считать, что нам повезло, что мы что она проявила к нам такую доброту. Молчать, Филипп! Это наказание было верхом несправедливости. Учитывая возмутительные претензии, выдвинутые против меня, я должен требовать не меньше, чем всю королевскую гвардию для встречи со мной. Ну, возможно, мы не вся королевская гвардия. Но мы можем пойти с вами, если хотите. Да, я так и думал. Вы? Ребята, госпожа Эстей. Ничуть не изменился. Не так ли? Герцог, старый приятель. Это не очень по-герцогски... набрасываться на всех своим эгоизмом.
Конечно, это очень по-вашему, но не по-герцогски. О, господи. Так как ты смеешь назвать меня приятелем? Ты, дерзкое ничтожество. Наглое ничтожество. Почему ты вообще здесь? Вилла должна быть закрытая для обычного сброда. Ну, видите ли, у нас тут была работа. Ну что, прогуляемся, дружище? Это будет нечто больше, чем просто прогулка, девочка. Приготовься быть шокированным. Алисия одумалась. Я освободила меня от жесткого наказания, которым я был связан здесь. Фу. Несправедливое наказание все-таки. Несправедливое наказание? Подожди. Тебя действительно выпустили из-под домашнего ареста? Да. Сегодня утром пришло сообщение от ее королевского величества. Она приказала нам покинуть виллу и вернуться в замок Гренсел. О, боже. Королева. Слишком добрая. Ну тогда я полагаю, это хорошо для тебя? Что ж, тогда постарайся сохранить ясную голову, чтобы тебя не использовали во второй раз. И знаешь, тебе не кажется, что, возможно, тебе стоит немного пересмотреть свой образ жизни? Ты вроде как бездельник, приятель. Может быть, тебе стоит начать с физических упражнений? Чем дело? Я сказала что-то странное? Нет, все именно так, как вы и говорите, госпожа Эстель. Если бы его светлость лучше бы контролировала свою жизнь, полковник Ричард не смог бы так легко манипулировать им. Так. Грансан, во-первых, здравствуй, во-вторых, есть первая, вторая и третья часть, вроде третья не до конца. Но именно оригинальные версии, которые есть в Стиме. Вот эта версия, которую я стримлю, нет. Это другая версия с обновленным графоном, с полной озвучкой. Она только на Вита вообще выходила. Так что именно вот этой, которую я сейчас стримлю, нет. А оригинал в Стиме есть. И там еще, да, Cold Steel первая. А это уже получается, по сути, шестая игра. То есть четвертая и пятая не переведены. Но четвертая и пятая даже не были переведены на английском до прошлого года. Позвольте мне повторить ваше предложение. Все, хватит ваших лекций. Достаточно. Я не останусь здесь ни на секунду больше среди этого сброда. Мы отправляемся в столицу. Да, ваша светлость. Но разве ты не говорил о том, что у тебя недостаточно людей? Нет.
Ну же, пошли, ребята. Хотя тут скорее пошли люди. Госпожа Эстель, возможно... Это, возможно, уже слишком часто я повторяю, но спасибо. Я даже не знаю, как выразить свою благодарность. А не беспокойся. Но я не знаю, я думаю, тебе действительно нужно побольше... Расслабиться, Филипп. Я думаю, он такой, какой он есть, потому что никто никогда не ругал его, понимаешь? А, ну тогда отругать его. Я не думаю, что он настолько прогнил глубоко внутри, потому что... Поэтому я думаю, что он все еще может измениться. Серьезно? Тебе не кажется, что ему просто нужна помощь? Госпожа Эстель? Ваши слова звучат так правдиво. Филипп! Филипп! Ты чё там возишься с крестьянами? Если ты будешь бездельничать, мы уйдем без тебя. Да, ваша светлость. Я сейчас буду. Ну, прошу простить. О, боже. Ну что, ребят? Изменится он к третьей части, или все-таки нам придется подождать 20-ю? Знаете, я думаю, мы должны были пойти с ними, но... Да уж. А, ты действительно... Нечто. Да уж, сестренка, ты невероятна. Эстель. Рен заметил это, когда мы впервые встретились, вроде на... Ты, ну, слишком добрая, не так ли? Слишком добрая? Чему? Ну, если ты не поняла, то не парься. Ладно, давайте вернемся в столицу. Салар. Отлично, ждем тогда такой поворот. Да, пожертвует своей жизнью ради спасения всех остальных. Я вот, кстати, не обращал внимания, он упоминался где-то в Полстиле или Хаджимаре. Может, да, но я не обратил внимания, наверное. Приехали. А, ничего нет. Еще кусочек дороги. Слушай, а на дороге реально монстров нету. Вы заметили? Хм.
Реально чисто. Не, ребята постарались. Не врали. А, так. Приехали. Тадайма! Мы вернулись. О, с возвращением. Минасан, укайринасай. С возвращением. Вы доставили отчет, я так понимаю? Да, без проблем. Мы только что получили плату за миссию от армии. Вот, позвольте мне дать вам награду. Ура, полковнику Исиду. Он действительно быстро делает свою работу. В любом случае, что важнее, я слышала, что некоторые старые ребята из разведки были замечены в регионе Боус. Ну, Грансон, тогда добро пожаловать к нам. У нас тут куча игр на японском. Причем некоторые полностью на японском, я их перевожу. Как, например, Fire Emblem Engage по субботам и воскресеньям. Значит, виллы тоже связались. Я думал, что это может быть так. Мы как раз говорили об этом. Так случилось. Похоже, что какие-то члены гильдии нашли. Да. Это была Шеразад и Анна Лейс. Лавенну Хайко на найбуде Аджито хаккен шита соудес. Они обнаружили базу, которую использовали беглецы из разведывательного отдела в заброшенной шахте возле Ревенью. Айнику. Судени хикихаратта ато датта митай десу га. А, к сожалению, к тому времени, когда они нашли базу, она уже была заброшена. Лавенну Хайко на найбу. Кузок тачи то татакатта башо ка. Хм. Именно так мы... Именно там мы сражались с теми бандитами. Мотен датта на. Почему не... Мы не подумали заглянуть туда. Хикихаратта тте кото ва... Судени бец но чихо ни итта но ка? Ты сказал, что их база была заброшена. Есть идеи, куда они могли отправиться после этого? На самом деле, бывшие бойцы спецназа, разведки, видели по всему региону Боус. В настоящее время пограничный гарнизон расследует ситуацию. Грансон, оттуда же, откуда же я русский, сам выучил. Тогда, наверное, нам стоит паковать вещи и отправиться в Боус, чтобы помочь. Нет. И вероятно, что это просто отвлекающий маневр. Пока мы не получили запрос о помощи непосредственно от филиала Боус, я бы предпочел не действовать промечиво. Есть и другая причина для осторожности. Похоже, что общество приложило к этому руку. Ты... Какого черта? Шеразард и Анна Лейс встретили одного из их агентов в заброшенной шахте. Еще один энфорсер. Кампанелла, шут. Сукин. Еще один, да?
アジトで奇妙なものが発見されたそうです。Они также нас нашли несколько странных вещей в руинах базы. まずはオルグイユという動力駆動の乗り物の設計図。Они также нашли несколько Во-первых, они обнаружили планы чего-то под названием Ургуил, что, по-видимому, представляет собой некую форму транспортного средства, управляемого Орбул. Соште Очакай тою фучоу де катарарета назо но кейкаку мемо дес. Они также нашли записку, написанную шифром, которая обсуждалась некой чипиде. Оргуйю. Очакай. Ургуил? Чаепитие? Блин, у нас там маленькая РН как бы рядом. Что ж, это все объясняет. И не оставляет вопросов. Нет, сэр. Что вы имеете в виду под транспортным средством на Орбал? Что это такое? Меня больше волнует, что может означать чаепитие. Опа. Ребята, Рен куда-то свалила. Трудно сидеть на заднице ровно после всего этого. Ну тихо, остуди. Ну тихо, остудите свои головы, ребята. Армия и наши товарищи по гильдии работают там, не покладая рук. Я уверен, что они будут держать все под контролем. Мы скоро об этом узнаем. Кива хаяру дешога, ото не тодоматте ите кудасай. Совершенно верно. Я знаю, это может заставить вас нервничать, но пожалуйста, пока. Оставайтесь грязью. Пока что вы свободны делать все, что захотите. Ладно. Я уверена, что Оливия, Аце... Так что, подождите. А куда делся Оливия? Кстати, посольство Ирбонии недавно... Звонил. Я боюсь, что деки тату ощатте. Одекаки не наримашта. Это был Оливия. Он сказал, что у него есть небольшое дело и ушел. Сыгни гильдо ни омодори не наризо десга. Он сказал, что быстро вернется. А, ну тогда связались. Интересно, в чем дело ты? Так, стоп. Рен ва доштану? А куда делась Рен? Что? Упс. Что? Минуту назад она была здесь. О, черт, неужели... Как вы думаете, ей надоели все эти разговоры, и она вышла поиграть? О, чаю выпить. Ну, разговор был тяжелым. Я бы тоже свалил, если был ребенком. Но это нехорошо. Но черт, нам нужно что-то с ней сделать, если мы собираемся покинуть Гренсел. Я пойду поищу ее. Я тоже пойду. Кажется, я знаю, куда отправилась Рен. Понятно, спасибо, Тита. Прости, Элнан. Да не, вовсе нет. Ни за что. Пока вас не будет, я введу в курс дела другие отделы. Этого, филиалы. И посмотрю, смогу ли я узнать что-нибудь новое.
канализацию. Ну да, ну да, Ирастов. Даже еще. Так, пожалуйста, создайте пати. А, ну понятно, как всегда. Так, ребят, Клоя или Дин? Дин или Клоя? Вот в чем вопрос. Ну, учитывая, что у нас Тита может хилить нормально, я думаю, мы возьмем Дзина. Все видя за Дзина, да? Так, раз. Че? В смысле Клоя? А, ну ладно. Не ожидал, если честно. Думал, все будут за Дзина. Ну ладно. Салар, Нярука и я, мы в меньшинстве втроем. Сатето, ано-ку-но икисаки нан дакедо. Итак, куда бы я спрятался? Куда бы я спряталась, если была бы маленькой глупой девочкой? Ну. Тита, кокоро атари ару? Это слово глупый я бы убрал, потому что в оригинале ее, во-первых, нету, и что-то как бы я не назвал ее такой. Тита, есть идеи? Вчера мы побывали во многих местах Восточного блока. Может быть, она в одном из этих мест? Какие места? Так, ну посмотрим. Сначала мы осмотрели универмаг, а затем мы отправились в исторический музей. Но потом мы зашли в киоск с мороженым возле башни с часами. Ну, вы двое были действительно заняты. И похоже, тебе было очень весело, Тита. Давайте начнем с проверок этих мест. Да. Давайте найдем нашу маленькую бродяжку. Если можно так сказать. С Дином будет слишком просто. Ну, не знаю. Так, стоп. Ирастов, мы проверили все эти места практически. И мы никого там не встретили. Эй. Опа. Вот она. Быстро за ней. Салар, в следующей главе. Мне кажется, мы снова ее потеряли. Как, черт возьми, она может так разгуливать. Дети. Ну, Тита, вы с Рен вчера посещали этот универмаг, не так ли? Ну да. Она могла пойти в другое место, хотя... Ну, я не думаю, что она могла уйти слишком далеко. Давайте поищем ее в восточном блоке. Ну, кстати, да, доску объявлений я не проверил. Привет, Найтрейв. Да, сегодня в 10 продолжу. Так что, заходи. Ой.
Но, ребят, убийство монстров в канализациях. Вторая часть. Детали неизвестные. Рапортуется, что он может, возможно, вызывать подкрепление. Понятно. Почему мне кажется, что мы действительно с Рен очутимся как раз-таки в эти места, где находится этот монстр. Так что пойдем по сюжету. Астер, ты это про тот чертеж, что мы нашли? Ну да, скорее всего, да. Учитывая, что мы видели в заставке. Так. Кстати, она говорила, что в музее еще они были, верно? Что надо бы заглянуть в музей. Где-то тут. А, про монстра. Сказала, что ты приходила сюда ранее, верно, Тита? Да, мы посмотрели все. Здравствуйте. Вы посетители? Ну, вообще-то мы кое-кого ищем. Костель описала Рен. Секретарша. А, та молодая девушка в белом платье, которая была с девушкой, которую вы сегодня сопровождаете. Да, это она. Вы нас помните? Ну, вы немного выделялись. И да, я видела ее совсем недавно. Полагаю, она должна быть еще в музее. Отлично, спасибо. Хорошо. Давайте ее поймаем. Ну, давайте. О, кстати. А девушка в белом платье? Ну... О, она исчезла. Но она была здесь до недавнего времени. Так что она не могла уйти далеко. Эй, сестренка. Вы знаете, где водятся бесцветные рыбы? Сайонара. До свидания. Мисс, простите. Ваши друзья... Чего? Что сейчас было? Подожди, Рен. Рен, пожалуйста, подожди. Все еще ее здесь нет. Мне очень жаль. Я пытался остановить ее, но... Не, все в порядке. Она что-нибудь сказала перед уходом? Да. Она задала мне очень странный вопрос. Она спросила: вы знаете, где водятся бесцветные рыбы? Бесцветная рыба. Это не похоже на типичный вопрос для маленькой девочки. Я думаю, что это загадка на самом деле. Загадка, что? То есть,
Я думаю, она пытается заставить нас преследовать ее, разгадывая загадки, которые она оставляет за собой. Да вы издеваетесь? Теперь она убегает от нас нарочно? Ах ты ж маленькая. Где мой ремень? Все именно... Ну, это просто предположение, правда? Ладно. Маленькая кошечка хочет поиграть, так? Ну, давайте поиграем. Я не собираюсь проигрывать. 11-летней девочке. Погнали. Не в этом смысл, Эстель. Ну, в любом случае. Загадка. Знаете ли вы, где находится бесцветная рыба? Да, поэтому нам нужно найти бесцветную рыбу. Бесцветную рыбу. Ну, удачи. Ну, почему-то я думаю только об рыбном магазине. Может, там есть что-то? Или какой-нибудь статуи. А, погнали к мороженому. Точно, стоп. О боже, Найтрейв, спасибо за совет, но... я уже говорил, мне нужно сначала попробовать все оружие, посмотреть, что мне нравится, а потом уже качать его. Как бы это очевидно. Поэтому я пока что не могу определиться. И качаю как минимум огонь. А там посмотрим. Так, стоп, я не туда пошел, отвлекся. Так, ну, мороженое тут. Но тут ничего нету. О, кстати. Ultima Ice Cream, серьезно? Королевское мороженое. Так, берем. Стоп. Приятно, когда такая газета, как Liber News, говорит о нас, но... Самое большое счастье для меня — видеть, как дети радуются, поедая мое мороженое. Астер, есть, есть. Так я вот об этом-то и подумал. Да, гильдия рыболовов. Ну или магазин рыбных принадлежностей. Мы как раз заходили в него. Это первое место, которое приходит на ум. Ну или это может быть какая-нибудь статуя бесцветная. Вот не туда. Вот сюда. Привычка. Вы что-то ищете? Здесь только я и группа. Думаю, но... Но... Бесцветная рыба? Эй! Это оно! Понятно. Отпечатки рыб? О, вы заинтересованы отпечатками... Нет, моими отпечатками рыб? Это мой отпечатки. Вот доказательство моей с трудом заработанной славы. Присядьте, и я расскажу вам историю моей доблести.
не надо. Сорева, матану кикани штемурауто штэ. Боюсь, нам придется повременить с этим. Кокони, сирой дресу кита оннаноко га тазунете конаката? А сэр, не приходила ли сюда девушка в белом платье? О, тазунете кита га. А, она ваша подруга? Симпатичная девочка. Хоть и немного странная. Она задала мне очень странный вопрос, а потом ушла. Вот так просто. Я так и знала. А какой был вопрос, сэр? Ну, если я все правильно помню. Вы знаете, где находятся горький, острый и вкусный магазинчик? Это определенно еще одна загадка. Каракте, нигакте, ойсий мисетто. Горький, острый и вкусный, да? Сорежа, сано мисе о сагасте мимашо. Ладно. Пришло время идти по магазинам. Ну, магазин, заведение, понятно. Горький, острый. Точно, кафе и карри рядом с... Во, вот салат, точно, молодец. Я вот сижу, думаю, блин, что-то подобное где-то было. Но точно ли это тут или нет? Тут, тут. Скажите, бармен, какое у вас фирменное блюдо? Наше фирменное блюдо, конечно же, наш кофе. Dragon Beans を blend したサイフォンで入れる自慢の一品でね。Наш самый популярный продукт – смесь темного обж... нет, темно обжаренных бобов дракона. А то спайсы в фундан не скатта райс карри ва канари но нинки да ё. Наше очень острое карри также популярно. Карай карри то нигай кофе. Острое карри, горький кофе. Каракте нигакте ойсий о мисе. Горький, острый и вкусный магазинчик, да? Серой дорец у кита гакинчо ва конакатта га? Слушайте, а маленькая девочка в белом платье приходила? Не проходила? Да, не так давно она была здесь. Кафе орео танонде, ойсисо ни нонде курета не. Она заказала кафе лоте и, кажется, ей очень понравилось. Кстати, если подумать, она задала мне очень странный вопрос. Какой, сэр? Так, как там было? Вы не знаете, где продают сладости, которые исчезают, если их оставить без присмотра? Сладости, которые исчезают, если оставить их без присмотра. Хорошо. Записал. Кажется, мы затягиваем петлю. Возможно, я знаю, где это. Мороженое. Ну, кстати, да. Она реально издевается над нами. Ну, хотя как издевается, играет просто с нами. Так, стоп, не туда. Привычка.
Отлично. Вот то, кто на кнару окаши. Так, сладости, которые исчезают, если их оставить. Корека. С присмотра. Я поняла. Ну да, если оставить мороженое, то оно действительно исчезнет, растаяв. А, вы та вчерашняя девочка, да? Ну, твоя милая подруга заходила поесть мороженое. Сегодня вы не вместе? Я так и думала. Мисс, она случайно не загадала вам загадку? Загадку? Я так не думаю. Она была очень веселой и сказала мне: я пойду к своим друзьям повидаться в порту посадки. Друзья? Это мы, наверное. О, надеюсь, с загадками наконец-то покончено. Да, для ребенка она нас неплохо провела. Действительно. Заставляет нас волноваться и бегать вот так. Я прочту ей большую лекцию, когда мы наконец-то поймаем ее. Эстель, ну, пожалуйста, не сердись на меня. Я думаю, что Рен просто одинокая. Вы были заняты работой, а ее родители пропали, и... Это правда. Мы немного пренебрегли ей. Вот тебе и способ убить мой праведный гнев на лекции. Но в любом случае, нам нужно добраться до посадочного порта. Или порта посадки. А? Густав? Фей? О, Тита. О, Тита. О, Тита. А это Эстель Брайт? Ой, черт возьми, давно не виделись. Да, рада видеть, что у вас все хорошо, Густав. А что вы делаете здесь? Это вроде как бы не по пути для вас, ребят. Но мы принесли вот эту штуку. Воу. Что это за чертовщина? Подождите, подождите. Это же... XG-02-3. Это образцы XG-02. Это новый двигатель, который мы разработали для Арсейна. Они действительно настоящие. Примерно такая же производительность, как и та, что у нас есть сейчас. Так вот, как он выглядит. Мило. Правда, правда? Он крошечный для двигателя, но он действительно производит столько мощности. Сколько показывал мне дедушка на бумаге.
А дизайн еще функциональный и восхитительный. Это невероятно. Ребят, мы ее теряем. Чё-то, Тита. Сейчас она обнимет его. Так, успокойся, Тита. Ну, боже. Это как показать котенку кошачью мету или что-то в этом роде. Пара двигателей, привезенные в столицу. Должно быть, это образцы двигателей, которые будут предоставлены на подписание договора. О, Юкоштерна. Да, похоже, слухи дошли до вас. Мы только что закончили собирать Арсель обратно, поэтому нам пришлось привезти их сюда. Понятно. Ну, большое спасибо за ваш труд, сэр. Но... А, окей. Простите. А вы... Ой, мои извинения. Думаю, нет смысла скрывать это от вас, сэр. Я Клаудия фон Ауслез. Клаудия? Так, подождите, принцесса Клаудия! Ну да, она внучка королевы Алисии. Арсель. Мы собственность королевской семьи, так что... Ну, позвольте выразить вам свою благодарность за ваш нелегкий труд. Вместо бабушки. Нет, спасибо, мэм. То есть, ну, ваше высочество. Это всегда своего рода шок, когда слышишь от Клои подобное, не так ли? Итак, куда же вы, ребята, таскаете эти штуки? Рядом с водным портом, который мы будем использовать как склад. Они будут храниться там до церемонии. Справедливо. Ну, ребята, или не будут. Густав, вы собираетесь вернуться в Цайс после этого? Салат, конечно. Да. Мы пойдем туда, как только они будут под замком. Так что, Тита, веди себя хорошо и будь осторожна. Обязательно. Вы тоже будьте осторожны, Густав. Эстель? Агат? Позаботьтесь о нашей маленькой Тите. Слышали? Конечно. Не беспокойтесь. Увидимся, брейсеры. Так это и есть двигатель Арсейла. Я все еще не понимаю, как это работает, но выглядит круто. Да, увидеть это было потрясающе. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сделать такую невероятную и милую машину. И ведь она сделает. Она снова взялась за кошачью мету. Ну ничего плохого в том, чтобы иметь цель, коротышка. Продолжай в том же духе. И обязательно. Да уж. Добро пожаловать.
Очень скоро приземлится лайнер Линды, идущий по расписанию на восток. Всем пассажирам на посадку рекомендуется поторопиться, чтобы успеть на этот рейс. Отлично. О, какие там люди. Пассажирский лайнер Линды, направляющийся в Цайс. Скоро отправится. Всем пассажирам, пожалуйста, немедленно сесть на борт. Ну, прощай, Оливия. Точнее, до свидания. Не знаю, зачем я вообще беспокоюсь, но ради всего святого, пожалуйста, держись подальше от неприятностей, пока меня нет. Какая приятная забота. Мое сердце прямо парит. Ну не бойся. Разве я когда-нибудь заставлял тебя волноваться, мой дорогой Мюллер? На данный момент я не могу заставить себя. На данный момент я не могу заставить себя беспокоиться о тебе настолько, чтобы волноваться. Только давай без международных инцидентов. Ну, пожалуйста. Да ради тебя, мою любовь, я сделаю все возможное. О боже. Эй, Оливия. Оя, кимитачи. О, ребята. Хёттосте боку га коишикуте, коко маде сагаши ни ките курета но кай? Вы так скучали по мне, что пришли искать меня? Я тронут. Навакя най дешо. Да, конечно. Соре йори мо има но Мюллер-сан ё не? Это только что был Мюллер. Нанде тэйкоку гунжин га тэйкисен нанка цукаттерун да? Что происходит с офицером Импом, который садится на пассажирский лайнер? Похоже, его обязанности призвали его в Боус временно. Вы помните ту банду небесных бандитов, да? Он отправился за их дирижаблем. Кузокдан на хикотэ-тэ... Ано мидори-иро но когатате ё не? О, да. Это маленькое зеленое ведро, которое у них было. Имперскими офицерами. А, да, кстати. Нанде Мюра-сан га? Спасибо, Астер. Но подожди, почему... это должно волновать Мюллера, это... Какое дело Мюллера до этого? Ну, корабль японского производства, помните? А бандиты, которые так злоупотребляли им, до сих пор на свободе. Имперское правительство хотел бы вернуть или заполучить эти улики, то есть корабль, и помочь в поимке преступника. Ну или, по крайней мере, так они сказали Либерну. Я все еще не понимаю, почему Ярбония должна беспокоиться по этому поводу, но... Этот дирижабль был сделан там. И что? Кузокдан га Эребония но мото кизокдатта тою ноа... Амари гайбун га ёрошику най кара не. Ну, факт того, что предводитель бандитов, бывший ярбонский дворянин,
омрачает блески Эрбонии, скажем так. Я подозреваю, что они хотели бы, чтобы до подписания договора все было вычищено из-под полы. То есть до того, как республика получит возможность прокомментировать это. Бандиты бывшие. Так, минутку. Та пацанка и ее брат? Что, не знала? Они семья бывшего барона Капуа. Они были землевладельцы на северной окраине империи. Несколько лет назад земля Капо была конфискована в качестве залога в счет погашения огромных долгов. Я и понятия не имела. На самом деле, это довольно печально. Я даже не знаю, что сказать на это. Ну, я им не сочувствую. Как бы то ни было, я пришел проводить своего верного товарища. Боюсь, что все это не объясняет, почему вы здесь, если вы не пришли за... неоспоримого удовольствия от моего... от моей компании. А, мы Рен ищем. Ты ее не видел? Рен? Разве она не стоит вон там? Бугаге. Рен-чан. Что? Да когда она? Кора, Рен? Эй, Рен. Ты не можешь просто вот взять и исчезнуть вот так, поняла? И не только это. Но ты же сбежала от нас. И запутала целую кучу людей в процессе. Простите. Мне было так скучно. А кроме того, я купила в универмаге печенье и чай. Я купила достаточно для всех, так что, пожалуйста, не сердитесь. Хорошо? Ну, ребят, как тут будешь сердиться, да? Ну, для нас это тоже было очень весело. Давай просто... скажем, что мы на равных и оставим все как есть. Полагай. Ладно, тебе удалось избежать выговора, ругания. Ну, пока что, во всяком случае. Правда? Ура! Рентян, хорошая работа. Ладно, учитывая, что с этим покончено, нам нужно вернуться обратно в гильдию. Может быть, какая-нибудь новая информация появилась. Да, верно. А что-то случилось? Чутто, босс-тихо де дикен го окотта рашикте не.
Похоже, что-то в Буус происходит. Да. Соева Мира-сан, ты Буус чего не иттан дакке? Так, стоп, подождите. Разве ты не сказал, что Мюллер отправился в Буус? Да, соно тори са. Ну да. Давай, Мюллер. Ладно, пошли. Расскажите мне подробности, пока мы идем. Гильдо не модоттара, что тори сецмешки. Хорошо, тогда пошли. Эй, Эстель. М? Достано? В чем дело? Мо, котте найкара, ансинстемо и вайо. Я больше не сержусь, не волнуйся. Саджа найва? Да не, не в этом дело. Дайчи, Эстелю га окоттемо, цензен куваку найндаму, но? Ну, кроме того, ты не страшная, когда злишься, Эстель. М? Южанай. Если ты хочешь увидеть... меня страшной, девочка, я могу тебе это устроить. Ну, а в чем дело? Ну... Пока я бродила, один мальчик дал мне письмо, чтобы передать тебе. Письмо? Опа. Да, это было как-то странно, вот, возьми. Да. Рен передала письмо Эстель. Оно адресовано мне? Да, как я и сказал. От кого? Думаю, письмо сможет рассказать тебе. Я типа, ну, подсмотрела. А ну, посмотрим. Эстель открыла письмо. Эстель. Моя дорогая Эстель. Сан-зан маётта кередо. Доустемо кими ни цитаенактева наранай ёжи га деките шиматта. Я думал об этом снова и снова. И теперь я понимаю, что должен кое-что тебе сказать. Анна вакарикато осте. Муси но ии ханаси да то ва омоу кедо. Втори кири де аэнай даро ка. Я знаю, что прошло много. Но не могли бы мы встретиться? Я буду ждать тебя сегодня вечером у ворот Гурен над стеной Анненбург. Хе-хе. В конце концов, оно от того, о ком я подумала. Как только я увидела его, я вспомнила, как ты рассказывала мне эту историю, решила, что это тот самый мальчик, о котором ты говорила. Это... Рен, кто дал тебе это? Очень... Милый мальчик с черными волосами и янтарными глазами. Он просил меня передать это тебе, когда я была в порту посадки. Конечно. Это был Йоша, о котором ты говорила, верно, Эстель? Да, может быть. Почерк тоже похож на его, так что это должен быть он. Вечером у ворот Гурен над Анненбург. Вечер. Ой, Эйдос, это уже практически сейчас. О, но не устрою. Ну, Астер, потому что его и нет. Эй, Стель, какого черта ты все еще здесь?
делаешь. Эльнан가 각지의 정보를 설명する みたいだぞ. Эльнан скоро проведет брифинг по всем вопросам. Агато, дошио. Атаси. Что мне делать? Я. Ой. Тоша. Эй, что случилось? Ты выглядишь так, будто тебя ударили в живот. Сталь молча показала Агату письмо. Это от Йоши, не так ли? Йоши. Я так думаю. Ренга, Ренан сказал, что получила его от человека, который выглядел точно так же, как он. Понятно. Ладно, иди. Все в порядке, давай, просто иди уже. Я прикрою тебя. Да. Агат, спасибо. И тебе, Рен. Спасибо, что рассказала мне. До встречи. А ты... Она уже ушла. Неужели она действительно так сильно хочет встретиться с Йоши? А, да, ровно. Определенно. И что мне теперь сказать всем остальным? Над стеной Анненбург. У ворот Гурен. Я должна поспешить. И... будет она добираться до этих врат до следующего стрима, то есть до завтра. Потому что на сегодня здесь мы закончим на вот таком интересном моменте. И продолжение следует.